привет, меня зовут Марго, добро пожаловать на мой канал Just Kidding Girl. Я вас всех приветствую в новом видео на моем канале и в новом 2023 году. И первое видео в этом году я решила сделать вторую часть о том, что лежит в моей тренировочной сумке, или же что лежит в моей сумке для фигурного катания. Значит, вот она моя сумка. Теперь это не вот эта вот обычная треугольная сумка для фигурного катания, а обычная спортивная сумка, которую мне подарила моя сестра. Это обычная сумка из спортивного магазина. На ней пока что нету никаких надписей. Она вот обычная такая вот розовая сумка. Итак, что у меня в ней лежит? Давайте я вам покажу. Я начну сверху. Первая вещь, которая мне попадается под руку, это термальная вода. Я на тренировках очень сильно устаю, очень сильно устаю. И когда ты выходишь со льда, и тебе просто ужасно жарко, у тебя горит лицо, и оно красное, как помидор. Вот эта вещь спасает просто невероятно. Я попробовала две термальные воды в своей жизни. Одна из них до сих пор стоит в моей квартире в Украине. La Roche-Posay и вот это вот Vichy, которую я купила в Париже. И, честно говоря, разницы я не вижу. Ну, я не знаю, я просто, наверное, не так часто ими пользуюсь, только вот когда я на тренировке. Дальше у меня здесь лежит уже вам всем знакомое, я не знаю, знакомое, незнакомое, полотенечко для коньков. Оно грязное, потому что резина остается на лезвиях, и я когда вытираю вот... Но это очень дорогое мне полотенечко, потому что его подарила мне моя бабуля. Дальше у меня здесь лежит пара тренировочных носков, длинных носков. Обязательно, пожалуйста, не выходить на лед в коротких носках. Значит, фокус просто с ума сходит. Значит, дальше расческа. Это типа Tangle Teaser. ASMR. Это безумно удобная вещь, потому что он маленький, его можно засунуть просто всюду, даже в конек, чисто вот так. Вот такая вот бутылочка с водой, которую я просто обожаю. Лак для волос. Зачем мне нужен на тренировке лак? Да это потому, что обычно, когда я катаюсь, у меня постоянно вылазят вот эти вот пушковые волосы возле лица. Вот эта вот вся история, она вылазит. Я не знаю, насколько это здорово будет для моих волос, но это, блин, пипец, как я не заменила вещь, потому что по-другому волосы просто не держат. Чехлы. Мои многострадальные чехлы, я бы сказала, потому что они со мной, я не знаю, сколько уже лет. Это чехлы, которые мне мама купила, когда я только начала заниматься фигурным катанием. То есть они со мной около 5 лет, эти чехлы. Вот, около 5 лет. И они просто офигенные. Вот эти вот застежки, я их просто обожаю. Следующее, что лежит в моей сумке, это твердые чехлы, которые я хотела бы уже поменять. Косметичка, хотела бы я сказать, но это, скорее всего, такая мини-аптечка для меня и для коньков. Тейп, скотч, не знаю, как его называть. Скорее всего, скотч для... Если вот у тебя, например, очень много сколов на коньках, то ты можешь заклеить вот этим вот скотчем, и все будет прекрасно. Коньки будут выглядеть снова нормально, прекрасно, и он защитит их от новых сколов. Таблетки от головы, потому что последнее время меня просто преследуют мигрени на Кипре от дождя, от, ну, от погоды, если очень сильно жарко или очень сильно холодно, если очень сильно дождь идет, преследуют эти мигрени, поэтому резинка, чайки, которые ты растворяешь в горячей воде. Это если ты приходишь больной на лед и ты себя плохо чувствуешь, заливаешь себе этот чаечек горячей водой, выпиваешь его, и через какое-то время тебе становится лучше, и ты сможешь продолжать тренироваться. Это Траумель, мазь, которая помогает от моих вот этих вот многочисленных гематом и синяков, которые появляются на теле из-за того, что ты часто падаешь. И для меня вот это вот просто лучший крем, которые я когда-либо пробовала, которые заживляют просто как на собаке. Хотя на мне все заживает очень долго, если я не пользуюсь вот этими вот кремами. Лучший дезодорант, который я когда-либо пробовала в своей жизни, это Old Spice Wolf Thorn. Дальше в моей сумке лежит одна из моих любимых вещей. Это пластыри из моего любимого магазина на Кипре, это Tiger King. И это просто лучшие пластыри, с которыми я когда-либо сталкивалась в своей жизни, потому что это, как я их называю, веселые пластыри. И вот эти вот, например, они все с животными. Я думаю, тут немножко вот видно. Это мои коньки. Сейчас в сумке у меня уже не Risport Elite Pro. Сейчас у меня в сумке мои пиано, которые со мной благополучно уже почти 2 года. Они в чехлах с ушках, с тюленями. Мое любимое животное, если честно. Вот, я снимала о них обзор, когда я их только купила. Поэтому вы можете перейти по ссылке вот здесь вот в подсказке или по ссылке в описании и посмотреть это видео. Здесь вот есть отделение небольшое для формы. У меня здесь лежат лосины, которые я просто обожаю. Это обычные черные лосины, синяя спортивная кофта. Вот такое вот у меня получилось видео. Я очень сильно надеюсь, что оно вам понравилось, что вы поставите лайк под этим видео и напишите свой комментарий. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!
До новых встреч!